Я приехала в марафон, потому что мои ботинки, другие ботинки, они, как сказать-то правильно, замок полетел. Требуется продавец. На движение. Если кто-то идет, заходит, он двигается. Если нет, значит эскалатор включается. Ну, нормально. Так, обуви много, все по размерам. Пойду в женскую часть. Народу немного. 39-й ботинки. Тут шапки даже есть. Шарфы. Шарфы, как правильно. Ой, даже балаклава есть. Такая балаклава есть для ребенка. $690 шапочки. Акрил. 1000. Это же немного на шерсть похоже. Приятный шарфик. 590. Вот такие даже ушаночки есть. Так, ну что, ботинки. Так, я, во-первых, смотрю кожаные, что ли, 3990. Похоже на кожу, но это не кожа. Нет, это не кожа. Так, ну, в общем, выбираю я себе ботинки, потом покажу, что купила. И здесь еще есть тапочки. Такой вот товар сопутствующий для дома. Ботинки меховые. Уги. Почем уги? Ну, уги я не возьму. 39-й уги. Распродажа. 2390. О, смотрите, какие уги. Так, в общем, результацию покажу. Что же я выбрала? Что же я себе выбрала? У меня 40-й. Я беру закрытую обувь 40-й. Ну что, вот такие вот я 41-й с бабочками. Штани маломерят на 40-й. Рикер. Так, а цена у них какая там, по-моему, что-то 5 или 6? 6, по-моему, да? 4900. А, 4900? Ну, 5, короче. Так, меряем. Алена любит у нас вот такие платки. Платок ей купили. 590 пополам. На вторую вещь зимняя. Шапку, шарф. Ну, можно все было. И ботинки, и шапки, и шарфы. Все только зимние. 50%. Так, ну, мои. Надо высушить рикер. Хорошие ботинки. Но они демисезонка. А в этих я шла. И хочу сказать, что очень хорошая обувь. Это рикер. Ой, рикер. Вот эти Nike, а эти рикер. Вот, рикер. Вот такие вот здесь бабочки. Бабочки. Хорошие. Подошва хорошая. Высокая, не скользит. Внутри мех. 41-й взяла, маломерит. Хорошие ботинки. Алена с Баксиком сидит. Он ее ревнует ко мне. Собралась на фотосессию, ждет такси. Такая вся красивая, нарядная. Но она будет еще, правда, переодеваться. И вот я хочу Алену потрогать. Басенька кидался. Нельзя Алену трогать. Смотри, Алена какая красивая. Красивая Алена. Защищает, защищает. Ой, Аленка, такси ждет. Че, нет такси?
Пока нету машины. А, все уже? Ну давай. Фотографии покажем, какая Алена будет красивая. Басик пошел провожать. Ты провожаешь, Баксик? Провожает, он всех провожает. Девочки, пока показываю свое окрашивание. Кому интересно, могу снять видео или напишу, какие красочки я брала. Вот такой вот цвет. Муж меня красит. Все, я развожу, затемняю корни и потом рассветляю длину. Кому интересно, я напишу или сниму видео. Перешла к Аленке в комнату. Сейчас буду показывать свои ботинки вам. Очень хорошие. Фирму Рикер я уже знаю, носила такие ботинки. Носятся они хорошо. В том плане, что легкие, теплые. То, что надо. Сейчас покажу. Так, ну вот мои ботинки. Такое тиснение здесь. Покажу вот так. Лампу направлю. Ой, ну все, у нас у Аленки что-то проблема с лампой. Задеваешь она. Лучше не задевать. Так, вот такие вот ботиночки. Теснение. Теснение бабочки. Шерстяные. Тоже на Альбаксика шерсть. Такая вот подошва Рикер фирма. Замок. Поэтому не надо будет постоянно развязывать и завязывать ботинок. Вот. Мне очень они понравились. Я их обула. И прям, как говорится, вот мое. Ботинки прям мне очень нравятся. Вот, вот так их лучше видно. Второй ботинок. Они маломерят. 39 на 38, поэтому 40-го не было. Это на 39, это мой. Но я взяла 41. Но совершенно даже прям не жалею. Так, какая цена? Дверь закрыл, Васька там. Со скидкой уже все сейчас. Сейчас же зима уже заканчивается. 5245. Стоили они где-то около 6. Так, нет, 6 с чем-то были. В общем, 5.45 они сейчас. Это уже скидка. И я еще купила Аленке платок. Вот, платок женский. А на вторую вещь получается скидка. 50%. И у нас вышло так, без скидки, со скидкой. Ну, в общем, платок 264. Алена в нем уже ушла. Рикер. Этикеточки. 100 дней гарантия ботинок. Я их сразу обула, в них пошла. Пришла, протерла, они высохли. У нас сегодня снег такой белый-белый. Аленкин, вон, показывает сертификат по ламинированию ресниц. Она вчера получила. Вчера она была на занятии. Отучилась. Теперь она и бровист. Алену записала на завтра в стоматологию Альденте. Это автозаводский район. Возможно, будет удаление зуба. Почему? Шестерки. Очень жалко. Наверху шестерка. Будет видно, что дырка, конечно, надо будет ставить имплант. Потому что уже с этим зубом мы несколько раз были у врачей. И там, и в другой стоматологии. Но вот эта стоматология нам больше понравилась. И все, там уже одни стенки. И пломбе не за что держаться. В общем-то, придется удалять. Будем ставить ей имплант. Такие вот дела. Все, довольная. Такие ботинки у меня, конечно, вообще супер. Такими бабочками. Такой подошвы. Не скользкий.
Я так рада, что я не скользкий, с моей спиной, конечно, скользить вообще никак нельзя. Какие классные сапожки. Вот почему я сегодня пошла покупать новые ботинки. Я сегодня вышла с Баксом. И смотрите, что у меня случилось. У меня была уже такая проблемка вот здесь. Вот, замок уже перескакивал через несколько. Он вытянулся вот здесь. Ой, вышла с Баксом и иду, как бомжиха. У меня тут все. Сейчас покажу. Все разошлось. Вот так я пришла домой. Не расстегнуть не могу, не застегнуть все. Муж говорит, Свет, ну у тебя второй замок есть. Ну вот я так вот из них вышла, из этих ботинков. Так они мне нравились. Покупала в магазине Каприз. 2 года я относила, 3-я зима. В общем, ничего им вообще не сделалось. Здесь вот, мне кажется, кроличий мех. Очень теплая, натуральная кожа. И стоили они немало. Подошва хорошая. Вот. И, ну, эти Nike, они... О, как правильно, Reebok. Они у меня демисезонка. Видите, какие? Тут небольшой такой, как плюшек. Но очень тоже хорошие ботинки. Их я покупала 5 лет назад. Вот смотрите, как носится фирменная обувь. Вообще здорово. Ничего не делается. Единственное, что сейчас они не по погоде, не по сезону скользят. И эти ботинки, Коля говорит, я их отнесу на работу. Есть отдел такой у них там. Поменять замок. Я говорю, ну хоть с Баксиком гулять. Я собираюсь на работу. 7 часов сейчас будет укладка у женщины. Не хотят люди сами голову мыть. Свет, приди. Нужна укладка. Итак, каждое воскресенье. Когда выходной есть выходной, и ты настроишься весь день отдыхать. И уже как-то вот, ну, за душу ничто не тянет. А здесь все к 7. Думаешь, подремать или что-то поделать. Нет, к 7 мне идти, надо к 7. Вечер. Все, собираюсь, сейчас пойду. И там и снег надо чистить. И... А Коля будет чистить, я буду укладку делать.